Это уже второй подарок от Гронинского мясокомбината. Сейчас посмотрим, что будет. Начнем с нового пакета. Специи. И еще специи. И бутылка для воды. И приглашение посетить Гродненский мост. И распаковка большого пакета. Свиной фарш. Сырная колбаса. О, бекон баварский. Стейк рибай. И еще один такой же стейк. Свиная шея. О, колбаса, пепперони и итальянская. Свиная рука. Ребрышки и бутерброды. Гронинский мясокомбинат почти не спонсор. Огромное спасибо Гронинскому мясокомбинату.